Каждый выбирает будущее сам. Современные школьники все чаще уже в выпускных классах задумываются о выборе профессии. Эта ярмарка не стала исключением. Почти 600 учеников посетили мероприятие. Свои выставочные стенды представили 20 учебных заведений из Новороссийска, Темрюка, Славянска на Кубани и Анапы. Многие дети уже знают, куда хотят поступать. Если вдруг они еще не знают, они могут пойти в наш мобильный центр занятости, пройти тестирование, и психолог, профконсультант поможет им определиться с выбором профессии. И сразу на месте уже можно подобрать для себя, где именно на эту профессию обучают. Мобильный центр тестирования расположился здесь же, на Театральной площади. Этот микроавтобус – настоящая передвижная лаборатория, в которой работают сразу два педагога-психолога. Они помогают ребятам, которые не могут определиться с выбором будущей профессии. По результатам тестирования школьники получают подробные рекомендации, на что им стоит обратить внимание. Сегодня за помощью к специалистам обратилось порядка 40 человек. Вполне можешь реализовать себя в художественной сфере, если ты об этом задумывалась. Поэтому это очень у тебя хорошо получится. Вот здесь профессии указаны, которые можно обратить внимание в ВУЗе или в СУЗе. Это профориентационная услуга, которую оказывает центр занятости. Заключается она в том, что ребята отвечают на вопросы теста по профориентации, тесты Климова. И определяется та сфера деятельности, которая наиболее всего подходит по их психотипу. Для чего это нужно? Для того, чтобы правильно выбрать ту профессию, которой они будут заниматься в будущем. Впрочем, многие посетители выставки вполне осознанно уже выбрали будущую профессию. Анастасия Прокопенко решила посвятить себя не женской работе, военной службе. Мне это очень интересует. Все-таки у меня родители тоже военные. Я хочу пойти по их стопам. Кроме возможности выбрать профессию, ребята смогли принять участие в антинаркотической акции «Меняю сигарету на конфету». Ее организаторами выступил Анапский центр обслуживания населения. Молодежь достаточно активна. Очень многие молодые люди принимают с радостью участие в акции. Вот здесь можно заметить, что очень много уже сигарет у нас накопилось. Люди меняют, обменивают сигареты на конфеты, они хотят быть более здоровыми. Для тех же, кто не успел посетить ярмарку, специалисты центра занятости приглашают на индивидуальные консультации по адресу Анапа, улица Калинина, 12А. Руслан Душевский, Анапа регион.